что-то случилось снаружи. Вероятно, должен это понять. Конец твоему страданию. Я помог твоему другу. Казалось, он переживает то же самое. Может быть, ты тоже присоединишься к нему? Просто приди ко мне, и все будет кончено. А? Что это? С голубыми волосами и мясными ними. Это что-то так с собой потребляется. Ты хочешь остановить меня? Разве ты не понимаешь? Я только пытаюсь и помочь ему. Позволь мне остановить его страдания. Я освобожу из его тюрьмы. А как насчет того, чтобы освободить Айхи из твоего рта? Какой же ты дурак. Ты защищаешь убийцу. Мальчик с синими шарами. Он не заслуживает защиты, не заслуживает помощи. Пусть он плачет только в грехах, которые он совершил эти годы назад. Я хочу избавить его от страдания. Слишком долго не слушал. Ты дурак. Действительно думаешь, что это способ победить меня? Музыка ничего не делает. Да не волнуйся, все будет хорошо. Снова увидишь свою сестру. Конечно. Сони? Что за хрень? Что такое случилось с Огурой? В последнее время она вела себя не так, как раньше. А сегодня даже не появилась. Может, кто-нибудь проверит ее? Мне нужно знать. Проверит ли она? Вернись ко мне.